Ой, ребята, у нас, видите, какая погода. Это просто жесть. Это уже продолжается неделю. Вот такой вот мерзкий дождь, серое небо. Моросит, холодно. Посмотрите. Вот что меня единственное радует, вот это вот дерево. Я помню, когда я сюда приехала, мой муж вывел меня на балкон и говорит: посмотри, я увидела это цветущее дерево прямо перед своими окнами, и, пожалуй, это самый замечательный подарок был от моего мужа, нематериальный. Вот просто то, как он мне это показал, просто взял за руку, вывел на балкон и сказал: посмотри на эту красоту. Давай, доставай. Подожди, дай рульку свою. Перчатки надо одеть. Да, уже все готово. Вкусняшки. Я здесь бусику сделала, здесь у него рис, индюшка. Это вот у него смузи из тыквы. Овощи разные. Так, все, достаем рюльку. Давай. Ставим на плиту. Сейчас будем смотреть, что у нас получилось. Так, давай прикроем, вот оттуда Васильевна сильно печет. Не трогай ничего, просто это горячего света. Не горячо, нормально. Вкусняшка. Ну, сейчас будем смотреть, ну. Отходи в сторонку. Да тут смотреть нечего, тут запахи сумасшедшие. Кусище мяса. Да. Кусище мяса. Это фольгой оборвать не надо. Не, обрывать не надо. То есть можно было подождать, не, пока я потом она... Я накрою. Я имею в виду, можно было подождать, пока она вся зажарится. Но сейчас она в полном соке. Вот это вот. Соку. Да. Это очень сейчас будем пробовать это сочное и мягкое должно быть. Бузя уже прибежал. Где ты мой сладкий? Где ты мой любимый? Вот он мой. Ой, скажи, мама, я же тут, как? Бусик уже здесь есть. Света, сейчас наш самый острый нож. Кусочек дадим ему для затравки. Я не нашел самый острый нож. Ну, окей. Который да. Это самое было. Давай, давай. Ладно, давай так, давай. Попробуем отрезать. Дегустация. Вот здесь вот отрежь. Тут с кожечкой. Давай, отрезай. Буся, тут с ума сходит. Нет, тут кожечка, ой, это ему нельзя, это жирное. Это нельзя, да. Это жирное, Света. Да. Козипа облизывается, вот зараза балованная. Нет, дай тарелку мне какую-то, я положу этот кусочек просто. Давай сюда вот. Мисочка. Это кожечка. Это кожечка, которая ну, туда пусть лежит. Нет, давай ему мяско отрежем так вот, вот так отсюда. Ой, вот я вот не могу с этими мужиками. Мужики любят мясо. Давай сюда в тарелочку. Буся, тебе самая вкусняшка сейчас будет. Ты приправ много, может ему много от самое. Ну там с серединки бы ты взял. Давай этот кусочек я размешаю просто. Тут приправ много сперва. Все, я размешаю ему. Света, еще кровь осталась, видишь? Может, ладно. Еще надо? Ладно, давай посмотрим. Ну, отрежем кусок мяса еще. В принципе, должно было все запектись. Запечься, а не запектись. Да, все вроде бы запеклось, все. Ну, посмотри. Беленькое все. Ну, давай пробуй. Куда пробовать? Горячее такое, я ж не могу его сейчас. Бусику дай. Пахнет вкусно. Ну, вместо этого дай бусику. Давай весь сюда. Кусок этот ему отдать? Да. Тут тоже приправ сверху много. На, переправляй. Возьми ему ножом, порежь на все куски, на мелкие куски и все. А там как, нормально? Кровь запеченная. Я сейчас попробую этот кусок. Сейчас пробуем. Ну, давай, говори. Ну,
Мясо изнутри беленькое. Значит, приготовилось. Вкусно, нет? Ну, конечно, вкусное. Ну и? Приправками сильно пахнет. И что? Очень вкусно. Я думаю, что съедобно. Нужно еще подогнать, запечь. Скажи мне. Давай еще на полчасика поставим, потому что... Вот, посмотрите, сюда здесь немножко кровь. Ну, я же говорила, это долго готовится. Поставим еще на полчасика. Я тебе говорила, на эту фигню нужно 4 часа, не меньше. Ну, бусику сойдет. Угу. Короче, ну, как бы, вкусно, но нужно еще довести до кондиции. Бусик у меня кушает. Вот пока не добавила ему папкиного мяса со специями. Чуть-чуть кусочек для запаха. Рульку вчерашнюю делали. Он кушать отказывался. Ну, балованный такой. 2 раза грела ему нормальную еду. Индейку, там овощи были, кашка немножко. И он смотрел голодными глазами. И вот сейчас муж домой вернулся. Добавила ему мясо, которое собачкам нельзя. И он сейчас лопает. Вот хитрый же такой. Умный. Он знает, что вчера мы готовили мясо вкусное. Представляете? Ну что за пес? Балованный такой. Любимка наша. Кушай, кушай. Все. Аж вылезал тарелочку. Тарелка упала даже. Света, это он первый раз покушал? Первый раз, Вова. Я ему 2 раза грела. Пока мясо не дала твоего, он отказывался. Вот такой умный. Я вообще офигею с этой собаки. Да, рульку будет с папой доедать. Бессовестно. Вот, сухой корм стоит. О, давай, давай, закусывай. Обычно он его не ест. Или так показушно, что вот какой я голодный. Погрызи, погрызи. Все. У меня посиделки вечерние с мужем. Риэлторские компании в последнее время обнаглели. Атакуют. Они не только перепродают дома, которые люди им отдают на продажу, но они уже звонят к хозяевам домов и спрашивают: мы интересуемся купить у вас дом. На что я им всегда отвечаю: если вы готовы мне заплатить $500 000, я вам заплачу, я его продам. Я сразу ставлю двойную цену и говорю: купите, я продам. И что? Что? Был один раз такое текстовое сообщение вчера было тоже. Мы заинтересованы купить у вас дом. Я написал $500 000. После этого мне никто ничего не написал. Ну что да. Согласны купить. Недвижимость растет в цене. Поэтому все стараются заработать. Наш дом растет в цене. Почему? Расскажи. Потому что он в хорошем месте. Здесь безопасно. Здесь очень удобные коммуникации. Здесь выходы недалеко. На скоростные дороги, да, магазины. Выход на магазины, скоростные дороги, школы хорошие. Вот. И мы между Балтимором и Вашингтоном. Да. Здесь очень хорошее место, сказочное просто. Природа, свобода. Олени бегают. Вообще здесь очень-очень хорошо. И тьфу-тьфу-тьфу, никакого криминала. Никакого криминала. Ну, как бы здесь бывает, да, вот недавно, как бы в прошлом году, был здесь криминал, там человека застрелили, там, помнишь, наркопритон был. Ну, это единичный случай. Это единичный случай, да, сейчас за дом за 10 лет продают, живешь, и как бы... Как бы это не наша история, вообще здесь тихо, конечно. Тихо, мирно, и все, никто никому ничего не мешает. Да, да.